Получение бонусов благодаря закрытию игровых статусов в Ракетон. В этом видео поговорим про игровые статусы. На данный момент записи этого видео есть такая вот прикольная штука. Нажимаете на игровые статусы. Далее у вас здесь прописаны будут задания и миссии. Смотрите, миссия первая — это выполнить задание в быстром старте. Дальше вторая миссия — оформить подписку на Ракетон, то есть на тот сайт, либо страницу в Телеграме, либо в соцсетях, да, которая здесь будет. То есть она может, я думаю, меняться, да. Ну и, соответственно, иметь двух активных партнеров. Эти условия, я думаю, тоже могут, в принципе, меняться по каким-либо причинам. Ну, на данный момент вот здесь такие условия, и вы можете их быстро выполнить, да. И сейчас я сделаю то же самое и покажу вам, какой получу результат, да. Вот здесь вот у меня количество тонн какое-то есть на балансе. И сейчас я перейду в раздел «Быстрый старт». И в разделе «Быстрый старт» мне тут осталось сделать буквально пару простых действий: подписаться на телеграм-канал, там бота я уже подключил. Ну, просто здесь прокликиваете все, что нужно сделать. Я сейчас быстро прям прокликаю, и через секунду вы уже увидите, что у меня здесь все завершено, после чего мы перейдем обратно и получим бонус и специальное вознаграждение. Итак, после того, как вы проделали все задания, прошлись по всем ссылочкам, все посмотрели, посмотрели презентацию маркетинга, нажимаете здесь на кнопку «Завершить». Вот у меня это все уже пройдено, и теперь можно перейти в раздел «Игровые статусы». По сути, у меня сейчас вот я перешел туда автоматически, и, собственно, у меня все здесь завершено, и написано, что текущая миссия 2 из 5, при выполнении ты получаешь такой-то бонус, да, такой-то баланс. Вот мне уже даже что-то в бота пришло, я сейчас посмотрю, здесь нажму «Завершить». Так, было 84 тонна, да, давайте обновим, что мне как-то быстро эти миссии закрылись. Да, вот уже 10 тонн пришло. Ну, собственно, как-то так. Вот 10 тонн — это 20 долларов, только что упало на кошелек. Вот, поэтому выполняйте миссии. У меня, так понял, сразу две миссии было выполнено. Видимо, еще до этого что-то было выполнено. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк этому видео.